ДТП на западе Москвы. Ночью на Можайском шоссе столкнулись Hyundai Solaris и Daewoo Matiz. Как сообщают очевидцы, автомобиль Hyundai двигался по эстакаде Можайского шоссе в сторону области. Неожиданно водитель Hyundai врезался в стоявший в правом ряду автомобиль Daewoo Matiz. От мощного удара Daewoo развернуло и отбросило в крайний левый ряд, где он врезался в отбойник. Сообщается, что незадолго до ДТП водитель Daewoo остановился в правом ряду из-за технической неисправности автомобиля. Выставить знак аварийной остановки он не успел. Двигавшийся следом водитель Hyundai увидел стоявший автомобиль Daewoo в последний момент и не смог избежать ДТП. Обстоятельства и степень виновности участников ДТП устанавливаются. ДТП в центре Москвы. Незначительное ДТП произошло в субботу днем в центре Москвы. На улице Большая Ордынка столкнулись автомобили Honda Civic и Renault Logan. Водитель Honda сбросил скорость перед поворотом в Большой Ордынский переулок. Он намеревался пропустить пешеходов и завершить маневр. В этот же момент в его ряд перестроился молодой человек, управлявший автомобилем Renault, и столкнулся с Honda по касательной. В результате столкновения автомобили получили минимальные повреждения. Участники ДТП вызвали на место ДТП сотрудников ГИБДД для оформления происшествия. Движение транспорта осуществляется по одной полосе движения. ДТП в центре Москвы. Столкнулись автомобиль «Лада Гранта» из службы доставки и внедорожник «Кадиллак Эскалейд». Оба автомобиля двигались в попутном направлении по Воловой улице в третьем ряду. Скорость автомобильного потока не превышала 15-20 км в час из-за пробки перед светофором. В какой-то момент молодой человек, управлявший «Ладой», отвлекся от дороги и ударил остановившийся впереди внедорожник. В результате ДТП автомобиль «Лада» получил повреждения. Участники ДТП остановились и вызвали на место сотрудников ГИБДД. ДТП произошло по вине водителя службы доставки. При движении он не выдержал безопасную дистанцию между автомобилями, что в конечном итоге и привело к столкновению. Возгорание в центре Москвы. 23 октября днем на пульт 101 поступил сигнал о возгорании в жилом доме по адресу Динамовский переулок, дом 3. К месту происшествия были направлены оперативные службы города, пожарные, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции. В ходе проверки помещения возгорание удалось в кратчайшие сроки ликвидировать. Никто из жителей дома не пострадал. ДТП на севере Москвы. На улице Зои и Александра Космодемьянских произошло ДТП с участием двух автомобилей такси. Столкнулись два автомобиля Hyundai Solaris. Один из автомобилей после столкновения отбросило на газон. Информации о пострадавших не поступало. Из истории. ИЖ-2715. Советский и российский двух шестиместный в различных модификациях грузопассажирский автомобиль с типом кузова фургон, пикап. Серийно выпускался на Ижевском автозаводе в течение 29 лет в 1972-2001 годах. Выпущено 2 317 493 автомобиля. Кабина автомобиля двухместная. Сиденья раздельные с регулировкой сиденья водителя по длине и наклону спинки. Создан на базе автомобиля «Москвич-412», также выпускавшегося в Ижевске. Выпускался в комплектации с двигателями модификации «УЗАМ-412Э» 1,487 литра, 75 лошадиных сил, и «УЗАМ-412ДЭ» 1,487 литра, 67 лошадиных сил. В 1980-е годы был единственным в СССР легким развозным автомобилем.
До этого снабжение торговых организаций подобным транспортом традиционно возлагалось на авторемонтные заводы, переделывавшие в развозные фургоны и пикапы, отслужившие свое седаны и универсалы. Его грузоподъемность составляла 450-500 кг. Использовался для перевозки небольших партий грузов. ДТП на юго-востоке Москвы. В субботу ближе к вечеру на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием двух единиц техники. Сообщается, что машины двигались по Волгоградскому проспекту и в районе дома номер 41 один из автомобилистов допустил выезд на встречную полосу. Машины столкнулись лоб в лоб. К месту ДТП очевидцы вызвали оперативные службы. В результате ДТП пострадало два человека. Движение в районе места аварии было затруднено. ДТП на юго-востоке Москвы. Крупная авария с участием 5 единиц техники произошла в субботу вечером на юго-востоке столицы. На Краснодонской улице столкнулись автомобили Nissan Жук, BMW, кроссовер Honda, Hyundai и Mazda и еще несколько автомобилей. По предварительным данным, водитель BMW в районе дома номер 11 не справился с управлением, машину вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в кроссовер Honda. Кроссовер, в свою очередь, развернуло, и в него врезался автомобиль Hyundai. Двигавшийся следом Nissan врезался в заднюю часть кроссовера, а в сам Nissan врезалась Mazda. На место ДТП прибыли сотрудники госавтоинспекции и специалисты службы дорожного патруля. В результате ДТП скопилась автомобильная пробка. Автомобильный поток направился в объезд. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Московская область, Домодедово. В Племхозском проезде автомобиль Mitsubishi ASX врезался в двери продуктового магазина. Как сообщают очевидцы происшествия, на парковку перед магазином приехала девушка на Mitsubishi. Неожиданно она перепутала педали газа и тормоза, и ее автомобиль буквально рванул и врезался во входную группу продуктового магазина. По счастливой случайности в дорожном инциденте никто не пострадал. В центре Москвы, в Басманном районе, продолжаются работы по возведению пешеходного моста, который соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные. В связи с проведением строительных работ, движение по Рубцовской набережной в сторону центра на данном участке ограничено, как сообщает информационный центр транспортного комплекса города Москвы. На Рубцовской набережной будет полностью перекрыто автомобильное движение 23, 24, а также 30 и 31 октября. Автомобилистам следует заранее строить маршруты движения, чтобы миновать перекрытые участки. В настоящее время автомобилистам, следующим в направлении центра, предлагается объехать перекрытый участок через Большую Почтовую улицу. Кроме того, полное перекрытие движения будет с 30 по 31 октября на Семеновской набережной, от улицы Гальяновская до улицы Большая Семеновская.